Друзья, всем огромнейший привет, с вами на связи Сташленок Александр. Рад вам сообщить, что мы наконец-то запустили рубрику «Обзоры от разработчиков». В результате голосования на канале Telegram я выяснил то, что такая рубрика вам будет заходить. В чем ее смысл? Смысл именно в том, чтобы сами разработчики давали презентацию своих торговых систем, так как я, либо любой другой человек, который делает на эту систему обзор, может допускать здесь какие-то неточности. Все-таки непосредственно из рук разработчиков, точнее из уст, в данном случае вы получите максимально достоверную информацию. Первое видео на моем канале в таком формате будет от ребят из TradeBM, это криптовалютный торговый робот, который недавно отметил годовщину торговли. Тут я прошу вас строго не судить, так как ребята являются разработчиками, основателями этой компании, они не являются какими-то блогерами. В плане подачи информации ребята сделали так, как они могли. Информация там достаточно хорошая, просто, возможно, вы не сможете там каких-то для себя найти глубоких ответов. На этот случай в описании под видео вы найдете бота, зайдя в который вы можете перейти непосредственно в сам чат советника и там же пообщаться с разработчиками, пообщаться с живыми пользователями, теми, кто пользуется данным торговым роботом. Также там в Telegram-боте удобный есть функционал, вы можете посмотреть статистику торгового робота, можете перейти непосредственно в свой личный кабинет. В общем, функционал очень удобный, кому интересно, бота вы найдете в описании под видео. И также я рад вам сообщить то, что до конца октября у ребят остается минимальная сумма инвестирования $500, которая будет повышаться в ноябре. И также, переходя в телеграм-канал к ребятам через моего бота, вы получите дополнительную скидку на комиссию в 2%. Сейчас у ребят она будет 32% комиссия. Если вы переходите по моей ссылке, то вы получаете 2%. Мелочь, но приятно. А сейчас желаю вам приятного просмотра. Перед просмотром видео я настоятельно рекомендую подписаться тебе на телеграм-канал «Рабовладелец». Там тебя ждут ежедневные, еженедельные и ежемесячные отчеты о доходах торговых роботов. Честная и независимая оценка торговых советников для того, чтобы ты мог выбрать для себя лучшие варианты. Также, если ты новичок, там тебя ждут полезные обучающие материалы. Как открыть торговый счет у брокера, какого советника лучше выбрать и так далее. И также в описании под видео ты найдешь ссылки для регистрации на брокерах, на которых мы ведем торговлю. В данный момент это RoboForex, Forex4U и брокер WellTrade. Регистрируясь по этим ссылкам, ты получишь лучшие условия на рынке. Так что обязательно подписывайся на телеграм-канал «Рабовладелец», чтобы быть в курсе. Здравствуйте, друзья. Как и обещали, презентация с анализом результатов нашей торговой системы и, в принципе, нашей всей компании за прошлый год. Начнем презентацию. Вначале главные принципы, которым мы не изменяем с самого начала нашей работы. То есть, во-первых, это честность перед пользователями и полная открытость. Мы зарабатываем только вместе с вами, вы все прекрасно знаете. Мы стараемся быть для вас не просто поставщиком услуг, а другом. Это действительно важно для нас. Только так мы можем построить длительные отношения. Мы никогда не стараемся заработать там, где вы не получите выгоду или прибыль. Вначале прибыль для пользователей, а все остальное потом. И о нашей истории улучшений и роста компании расскажет Богдан. Всем привет, друзья. То есть, как вы знаете, первый наш ордер на бирже BitMEX мы выставили 4 октября 2020 года. Действительно так, мы всю торговую систему запускали на обычном ноутбуке, и который потом действительно пришлось выбросить. Дальше уже в декабре месяце мы начали открытое бесплатное тестирование и получение первых отзывов. И основной наш девиз так и остался, это наши результаты, наша реклама. Уже в феврале 2021 мы открыли доступ для подключения, написали Telegram-бот и также получили уже первые просадки. И уже потом поняли, что нельзя оставаться на том, что мы достигли. Нужно постоянно улучшать торговую систему, потому что каждый месяц практически рынок изменяется. Май 2021, я думаю, что каждый из вас помнит этот день, 19 мая. Работали мы по принципу, всегда нужно следить за риском и никогда не жадничать. То есть, когда случился обвал рынка на 50% за пару часов, торговая система получает прибыль, когда почти весь рынок теряет. То есть, и поэтому мы так настоятельно
следим за этим, улучшаем это, чтобы всегда в такие моменты мы зарабатывали. Лето 2021-го торговая система получила огромное количество дополнений, цель которых – уменьшение риска для пользователей без изменения показателей доходности. То есть от себя еще скажу, что мы каждый день с Николаем решаем три Data Science задачи. Это первое – это симуляция рынка, второе – это оптимизация, третье – это уже прогноз рынка. Можно следующий слайд. Что есть сегодня в цифрах? Количество активных пользователей у нас сейчас 374. Общий торговый оборот за время работы от первого записи в базы данных до последнего – это 238 миллионов долларов. На данный момент сейчас даже больше. Максимальный депозит пользователя – 152 800 долларов. И лучший результат – плюс 481% за 290 дней. На данный момент даже больше. Ну и также хотим добавить, что недавно мы стали официальным брокером Binance. Да. Так, и теперь о наших основных конкурентах. И, в принципе, о тех, кого мы считаем основными конкурентами. Думаем, многие из вас знают о них или даже торгуют у них. Мы не будем называть их имена в целях корректности, и давайте перейдем. Также сравнение наших результатов с бенчмарком, то есть с ростом рынка. Мы берем здесь BTC, потому что это основной показатель для нас. То есть результат от 01.01 по 30 число, когда мы готовили презентацию, то есть это 33%. Сейчас это уже будет чуть-чуть больше, это будет где-то порядка 55-60%. Результат торговой системы с 01.01 это плюс 209% на депозит. Здесь также результат от 04.10. Это как раз от момента, когда мы начали торговать. Здесь была биржа BitMEX. Данный мониторинг мы сейчас уже закрыли, то есть он не активен. Мы его использовали в самом начале от выставления первого ордера на бирже, чтобы мониторить свои результаты и делать их полностью открытыми. Здесь плюс 18%. Далее. Здесь мониторинг от 8 декабря, будем считать это первым, допустим, этих несколько дней. То есть здесь плюс 271, на предыдущем мониторинге до декабря плюс 18, то есть общая доходность это плюс 290%. Сейчас чуть-чуть больше уже, то есть это получается в несколько раз больше, чем просто купить и держать. Здесь используется аккаунт, на котором был сначала 5-й, потом 6-й, потом 8-й уровень риска. Анализ результатов наших конкурентов. Мы используем период от 01.01 до 28.09, потому что не у всех были мониторинги раньше 01.01. Конкурент номер один. Здесь результат плюс 12.6. И плюс 11.2. Это две разных стратегии, как я понимаю. Ну, что есть? Конкурент номер два. Здесь плюс 25.6 и плюс 125. То есть это, я так понимаю, две полностью разные стратегии. Конкурент номер три. Плюс 83%. В мае, как видите, их просто... Просто размотала очень сильно. И конкурент номер три также, потому что у них больше старый мониторинг от 21 мая по 29 сентября. Здесь плюс 205%. Максимальная просадка 57%. И сводная таблица с анализом результатов. Вы сможете ее более подробно изучить в презентации, которую мы добавляем ссылку на нее под видео. Но, как видите, результат от самого большого нашего конкурента почти в два раза больше. То есть просадки также чуть-чуть больше, но, тем не менее, вот такая вот сводная таблица. Каждый сможет посмотреть, сделать для себя какие-то итоги.
И Богдан сейчас расскажет о наших целях на следующий год, о том, что мы планируем сделать и что дальше будет в StateBM, как мы будем работать. Да, то есть, как всегда, первое для нас – это продолжение усовершенствования торгового алгоритма. Второе – это выход на рынок Forex. Третье – это выход на рынок акций. Четвертое – это создание сервиса для формирования долгосрочного инвестиционного портфеля, который взаимодействует с криптовалютой, Форексом и акциями. И также пятое – это переход полностью на веб-аппликейшн и запуск личного кабинета. То есть в вебе вы будете иметь свой личный кабинет, где будет все доступно, все видно, все настраиваемо и так далее. То есть полностью отойти от Телеграма и других мессенджеров. Вот. Ну и можно посоединиться. Да. И хотим вдвоем сказать спасибо вам. TradeBM – это пользователи, именно вы делаете компанию, и благодаря вам мы можем действительно работать. Спасибо всем еще раз, всем пока.